Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать оригинальный подсвечник в эко-стиле. В работе я буду использовать природный материал. Это палочки, веточки, шишки различные. Еще нам пригодится вот такой стеклянный стаканчик. Пока я его уберу в сторонку, чтобы он нам не мешал. Так, для начала мы сделаем круг, вырежем его из картона. Он будет являться основой нашего подсвечника. Примерно измеряем диаметр. И вырезаем. Примерим. Все хорошо. Сейчас я вам покажу, какого размера палочки я приготовила, вырезала из веточек. Вот, значит, получилось 5 палочек, где-то 6-7 сантиметров они у меня потолще. И еще много палочек, вот таких немножко потоньше, ну, примерно такой же длины. Так, сейчас мы будем приклеивать. Как же мы будем приклеивать? Так, ставим стакан посередине. И палочки я буду приклеивать вот так, в виде такого многоугольника. Даже сказать, можно сказать, пятиугольника. Приклеивать их можно к основе. Друг с дружкой не... Не обязательно их соприкасать. Вот таким образом. Ничего, если даже между ними будет расстояние большое. И начинаем приклеивать. Вот такая конструкция у нас получилась. Сейчас покажу ее сбоку. Получается 4 слоя веточек на картоне. Теперь мы будем наш подсвечник декорировать шишками, веточками, цветочками. Берем веточку и будем приклеивать ее прямо к дну нашего подсвечника. Теперь берем шишечку и приклеим ее рядышком. И последнюю шишечку. Получается, они у нас приклеились ровно по уголкам. Теперь продолжаем приклеивать наши веточки. Теперь у нас еще вот такие есть шишечки. Я думаю, что тоже можно приклеить. Разделю их маленькие. А еще есть вот такие цветочки. Их мы приклеим вот здесь между шишечек.
Вот такая красота у нас получилась. Вот здесь сбоку. И сверху. Но это еще не все. Мы продолжаем декорировать. Значит, у нас есть еще такие маленькие шишечки, которые, я тоже думаю, можно найти, куда приделать. Ну вот наш подсвечник почти готов. Сейчас мы берем белую акриловую красочку, кисточку, и будем немножко его придавать ему белый цвет слегка. Свечи делается достаточно легко и из всего, что у вас, скорее всего, найдется дома. Ну, только веточек надо будет не собирать, и все. Так, и я решила еще немножко совсем вот такой декор сделать. То есть, вот у меня есть такие жемчужинки. На каждую шишечку я положу по такой жемчужинке. Это придаст, мне кажется, такой шик, изящность. Даже какое-то волшебство нашему подсвечнику. Конечно, если вам захочется, можно жемчуг добавить еще вот по низу тут. Ну, я думаю, достаточно. Много тоже не надо. Много будет лишнего. Теперь я вставляю свечечку в наш подсвечник. И вот такая красота у нас получается. Ее можно тоже подклеить или положить, соль насыпать. И тогда будет она лучше, более устойчиво стоять. Вот сбоку он такой. Я думаю, получилось очень красиво. Если вам понравилось, ставьте лайки обязательно и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Всем пока!